На этой неделе глава региона Мурат Кумпилов провел заседание кабинета министров Адыгеи, на котором обсуждались прогнозы социально-экономического развития республики на будущий год, информация о проводимых мероприятиях по снижению неформальной занятости, итоги проведения детской оздоровительной кампании 2017 года и так далее. В режиме видеосвязи участие в мероприятии принял и глава Кашхабльского района Заур Хамирзов.